ЖЭКа – первая образовательная игра по ЖКХ. В нее играют не только в России, но и во всем мире. К году экологии вышел новый уровень – «Чистый город». В пятницу 30 школьников и студентов испытали его на себе. Мероприятие в Иванове – старт всероссийского кибертурнира. На данный момент на кибертурнир зарегистрировалось порядка 4000 участников. Играют в 80 субъектах Российской Федерации, где в течение, то есть вот сегодня мы даем старт, в течение 2 месяцев будут определяться победители в каждом регионе. И итог планируем провести на Ивановской земле. Победитель всероссийского этапа получит путевку в Артек. Ну а все остальные участники – знания, которые непременно пригодятся в повседневной жизни. Каждый уровень на порядок сложнее предыдущего, начиная с простейших бытовых вопросов и заканчивая устранением глобальных аварий на сетях. Там есть моменты, которые даже обучающие в плане, где должен стоять холодильник, какие должны быть лампочки энергосберегающие. То есть все, что необходимо обычному человеку знать в сфере обычного потребления, ну, в ЖКХ нашей обыденной жизни, то есть она очень полезна. И самое интересное, что эта игра сейчас привлекает все больше и больше людей. Антонине уровень «Чистый город» показался не самым простым. Знаний 7 класса недостаточно. Была сложная игра, нужно было укомплектовать мусор. Это было действительно сложно, потому что он не укомплектовывается. Вот. Ну и на некоторые вопросы викторины ответить довольно-таки сложно, потому что нет многих знаний у нас. ЖЭКу испытали на себе и VIP-гости. Новый руководитель комплекса ЖКХ и энергетики Александр Шабатинский даже предложил проверять с помощью этой игры знания соискателей, которые претендуют на работу в сфере коммунального хозяйства. Елена Белова, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.